И всем привет, с вами Хэткраб, и это Фир. Мы продолжаем изучать коридоры Армахема. И уже на крыше. Где мы должны встретиться с отрядом саперов. А также с отрядом Дельты, кажется. Так, Саина, похоже, придется опять прыгать поверху. Окей. Зачем я сюда залез? Так, ну хорошо, как тут пройти. То есть закрыто. Лифт тоже не работает. На этого не вызвать. Не, ну если есть возможность залезть куда-то, значит, то надо залистить. А, вот, решетка. Тут у нас уже тупик, да? Опять там кто-то играет с телами. Ох, неплохо их там. Но очень даже неплохо. Целая куча. Данные загружаются. Так, я был прав. Целью Персея была подготовка телепатов для управления солдатами-клонами. Феттл был единственным, с кем они работали. Однако его везде называют второй прототип. Странно. Потому что первый прототип... Угадайте, кто? Конечно же, Альма. Оу, высоковато, слушай-ка. Очень даже высоко. Да, аптечка у нас полная. Полные штаны просто, потому что аптечек. Да, он может, и он пройдет. Раз, два, три. Ну что, где вы там? Или же я двоих прикончил гранатой. Видимо, так оно и было. Мы увидели друг друга. Нечего выбегать на линию огня. Так, надо прекратить нажимать на Ctrl, потому что это у меня всегда замедление времени. Воу! О, куда ты попал, не туда. Патроны везде валяются. Принято! Противник! Доложите обстановку! Да вот нечего докладывать. Битва в замедленном действии. Так, что у нас тут интересного есть? Проход. Тут у нас тоже будет проход, ведь? О, да, они вместе соединяются. Контакт! Осторожно, граната! Не убежал. Ни черта не видно из этого. Из-за того дыма. Так, где вы, где вы, где вы?
Ну а что, кто кого еще обошел? Закрыто. А это, по-видимому, уже наш летает. Разводят руками. Надеюсь, Янковский просто получил по голове какой-нибудь балкой и бродит в порту с отшибленной памятью. Да уж, я тоже надеюсь на это. Потому что одного из сотрудников отряда Дельта никто не может найти. Противник! Блин! Берегись, граната! Мне тоже кинули гранату, по-моему. Вижу цель! Раз, два, три, четыре, пять. Где он? А, не на ту кнопку нажал. Хотел сделать подкат, на самом деле. Привычка опять на контрол. Умри, тепличка. Так, окей. Гранат опять нету. Что у вас? Ничего. Классный ответ. Вы потеряли троих. По-моему, там трупак нашпиговывает дальше. Контрол. Что ж такое-то? Ах, бедный трупак, сколько же от меня он колов-то получил. Типа обходной путь. Я хочу посмотреть, что у нас на той стороне было. Что у нас было там. Так, где у нас вторая лестница? Вот она. Ничего, что ли? Ну да, просто обходной путь. А нет, ты смотри-ка, ускоритель реакции. Так, в ту сторону теперь мне. Вот сюда, кажется. Так, оп. А нет, 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 не падать. Встретить Холидей на вертолетной площадке. Найти его! Укрытие! Люди, стоять! Я буду обстрелом! Адриан, перекличка! О, патроны, патроны! Такс.
Интересно, откуда все эти орги берутся? Кто-то в скайп пишет. Ничего не знаю. Цель на крыше. Ну, секундочку, посмотрим, кто там пишет. Итак, и продолжаем. Что, меня не видит? Кто-то гренками кидается. Но меня не видит. Ай. Группа в укрытии! Это было больно. Ответил. Пушечки снайперские. Это мне все равно патронов уж почти что нету. Противник! Какой? Мы потеряли одного! Чисто в голову. Перфоратор опять. Пистолет. Ну, пистолет мне сейчас уже как-то не особо нужен. Блин. О, возьми аптечку. Ах, я не могу взять. Поступили новые сведения об инциденте в штаб-квартире Армахема. Представитель компании подтвердил, что на момент стрельбы в здании находилось множество сотрудников. Об их судьбе по-прежнему ничего не известно. Корпорация Armachem Technology, основанная в 1964 году, является одним из ведущих подрядчиков Минобороны. Ее годовой доход составляет около 8 миллиардов долларов, а штат сотрудников достигает 60 тысяч. Основные направления деятельности – спутниковые технологии, наземные коммуникации и перспективные системы вооружения. Перспективная система вооружения. Прототипы, да? Опять аптечки. Мы под обстрелом. Вытащите нас отсюда. Эй-яй-яй! Бишоп убит. Повторяю, Бишоп убит. Он здесь. О, люди Армахема? Ох, черт, разорвало. Это была охрана Армахема. Уверен? Абсолютно. Случайность? Я бы не сказал. По-моему, они специально охотились за Бишопом. Рехнулись они, стали. По-моему, они хотят заткнуть ему рот, он слишком много знает. Ну, это призвать охранник Армахема. Посмотрим. Ну что ж, с обычными людьми должно быть попроще. Я не вижу, откуда он стреляет. Я его просто затоптал. Сюда! Берегись, граната! Все, там никого нету. Всем в укрытие! Да откуда вы? Понял. Фонарь. Он здесь. Они даже фонарь замечают. В укрытие. Вон там.
Ну что, догонять меня не пойдешь? Он здесь! Мне его забрать нельзя, да? В укрытие! Ну! Что ну? Сюда! Нехило так. Поймай на гранате. Мы под обстрелом. Вытащите нас отсюда. Что происходит? Бишоп убит. Повторяю, Бишоп убит. Это была охрана Архема. Уверен? Абсолютно. Случайность? Я бы не сказал. По-моему, они специально охотились за Бишопом. Рехнулись они, что ли? По-моему, они хотят заткнуть ему рот. Он слишком много знает. Надеюсь, ты ошибаешься. Посмотрим. Ах, опять перестрелки эти. Не хочу. Просто возьму дробовик и пойдем вперед. Ложись! Класс, он не так руку закинул бы. Шеп ликвидировал. Он... У нас потери. Всем в укрытие. Сколько вас тут не подбежал-то, а? Что-то рвануло рядом еще. Удачи мины на мин нарваться. Хорошо. Что хорошо? Ща рванет! Ну ты скотина! Просто в меня главное гринг метнул. Столетик. Мне нравится медпушка. Она какая-то слишком медленная. Ага, тут мы, собственно, уже были. Тут мы отстреливали этих охранников. Так, значит, нам вниз. Воу! Вас же тут не было. Вау, что это с ним? Куда он улетел? Сюда! Голову за секунду до выстрела убрал. Черт, мой сигнал пропадает. Черт, куда я упал? Да уж. Ничего интересного нету. Пройдите обратно в главное здание. Да, без проблем. Что это такое? Газ?
Это не нравится! О, черт! Я же сказал, что это мне это не нравится. Класс, теперь тут у нас огонь. А там можно пройти. Что такое землетрясение? Это я наделал. Тьфу! Я думал, кто-то выстрелил. Он просто вентилятор включился. Что у нас тут интересного? Я надеюсь, все это не из-за того, что я там немножко взорвал что-то. Все еще обходить придется. Баллоны. Не взрываются. Так, тут я был. Ага, значит, мне все-таки в ту сторону только. Наверное, то, что мне надо вниз. Я не хочу вниз. Ауч! Ладно, ладно, понял. Ух, сейчас бы шагнул бы в пропасть. Так, надо бы, значит, где-то трубить подачу. Черт, не пройти, это тоже не пройти. Сомневаюсь, что мне тут дадут пролезть. Проползти. Нет, не активируется. Неактивный вентиль. Вообще не вентиль. Может быть, опять где-нибудь тут что-то будет. Вентиль, вентиль, вентиль. Ау. Альма, опять ты балуешься. Ну что у нас тут? Здоровье. Теперь мы можем подняться по лестнице. Что? Что за звук? Ее оставили во тьме. Просим умирать. Что-то все падает да падает. Было бы тут спринт, можно было бы предположить, что... Мне даже придется убегать от падающих обломков, но нету спринта, нету. Что у нас тут такого? Угу.
Окей, такой вопрос, зачем я это сделал? Ну, черта не вижу. Угу. Так, наберемся воздуха сейчас. И бухт их. Быстро плавать, поинт он, быстро. А, и все равно открыть нельзя, да? Класс. Заперли на замок, еще подперли с обоих сторон текстурками. Видимо, я там должен был что-то сделать. Видимо, я этого не сделал. Благо, бежать было недалеко. Так, по идее мы включили лифт. А где лифт, там могут быть. Туда! И прототипы, конечно же. Мин, не гранат. Одна липучка только есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О, ты еще жив! Так, где мое противоштормовицкое ружье? Странные хрени такие. А патронов-то почти что и нету. Кто меня еще убил бы? Я отследил Бэттла. Все это время он был на другой стороне научного сектора. Эпизод 6. Пресечение. Нортон Мейкс, братан, где-то здесь. У нас отключенными лифтами он далеко не уйдет. Вас понял. Возьмите его живым и невредимым. Он знает саркофаг. Саркофаг? Как же им все-таки трудно в голову попасть. Этому броня болится. Да, он в норме, полнейший. Ты, блин! Фу, на контр ушел. Да, пистолет. Я пытался связаться с президентом Армахема, госпожой Женевьевой Арестит. Ее нигде нет. Мне точно известно, что на момент захвата ее в штаб-квартире не было. Видимо, у нее есть причины скрываться. О, да, есть. Есть причины. И о них мы узнаем во второй части. Эмид Фири 2. В проекте Origin. Опять у нас тут был толстяк.
Опять его чипсы тут валяются. Эй! Кто здесь? А, это ты. Я уж думал, я труп. Насколько я вижу, вы еще живы. Не вашими заботами. Что вы здесь делаете? А куда мне деваться? Лифты не работают, кругом солдаты. Вы бы это, нашли пост охраны и отключили блокировку. Надеюсь, на этот раз вы не исчезнете? Даю слово. Я тебе не верю. Что у нас тут так вот интересно? Нельзя даже пройти по стенке. Кого-то затянуло. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Внешний вызов. Джейсон, это я. Тут в новостях сказали. Что случилось? Я тут с ума схожу. Пожалуйста, перезвони и скажи, что все хорошо. Сообщений больше нет. Он же не перезвонит. Он явно уже больше не перезвонит. Мне это нравится, как эти открываются дверки. Так, что у нас за оружие есть такого? Куда ты пошел махаться? Монстр еще мешается. Привет. Так, думаю, надо бы сменить пушечку на такую. Ищем. Пока что. Вижу цель. Я ему чисто в башню стреляю. Он еще жив. Использовал лишнюю аптечку просто. Опять все закрыто. Нужно идти в обход. Еще ко мне подкрадываться. Сюда! Вижу! Требуется поддержка! Да, будет там тут нужен в основном для того, чтобы вешать хедшоты. Не, на самом деле тут перестрелки одни оживленные. Враги быстро двигаются, пули быстро летят. И тому подобное.
насчет Феттела кое-что прояснилось. Оказывается, он появился на свет в рамках программы «Источник». Там он и был вторым прототипом. Первый оказался неудачным, а третьего не было вообще. Проект закрыли. Оу, даже так? Ну что ж, на Мэнди путь. Отряд укрытия! Отряд ловит гранит. Ловит гранату. Ух. Пати, я не заметил. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Женевьева арестит. Джон, это Женевьева. Сенатор не справился. Его спецназ оказался бессилен. Готовимся к худшему. Прикажи охране перекрыть все входы и выходы. Нам нужно время, чтобы замести следы. Сообщений больше нет. Замести следы. Найти и уничтожить Пакстелла Феттела. Ну что же, его поиски, я думаю, продолжим уже в следующей главе. Так что, ребят, с вами был Хэдкраб. Ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей и, конечно же, комментируйте видео. Ну что, всем пока, до новых встреч и до новых врывов.